Привет, Ира! Да, группа Little Big запустила в своем инстаграм-аккаунте очередной музыкальный челлендж. Они назвали его «Карантиновидение 2020». Пользователи выкладывают свои видео в сеть на тему пандемии, пытаясь поддержать друг друга, показывая, что дома всегда есть чем заняться. Карантиновидение 2020. Карантиновидение, может, не увидит меня. Сиди сейчас все дома. Известный КВНщик и юморист Семен Слепаков тоже в своем репертуаре снял дома клип про коронавирус. Коронавирус, коронавирус, ну почему ты такой противный? Не объясни нам, коронавирус, что ты навсегда нас накопался? Возможно, просто ты разозлился, что ты родился в какой-то жопе, что жил в какашках, мышах летучих и в духу крысов ты тусовался. Наши местные музыканты тоже балуют своих зрителей музыкальными и поэтическими этюдами в соцсетях. К примеру, Александр Волокитин играет на балалайке и рассказывает стихи про коронавирус. А Эльдар Бабаев снял клип, в котором объединил семьи из разных стран и городов, которые просят всех оставаться на карантине. На карантине оставайтесь вы дома, мы дома. За окном весна вступает в силу, ото льда вскрывается река. Я куплю бумаги туалетной, пачек 30, чтоб наверняка. Известная на Алтае кавер-певица Груша дома на карантине придумывает новые способы развлечь себя и подписчиков. Не поет, но запустила собственный шуточный флешмоб. Привет, сегодня 7-й день моего карантина. Я устраиваю флешмоб «Сними себя ногой». Мне кажется, вот это действительно разумное занятие. Мышцы большого пальца и малого таза тоже прокачиваются. Самоизоляция продолжается. Впору выпускать альбомы из дома. Сидим дома и творим. А что, неплохо? Ждем новых песен, музыкальных марафонов и онлайн-концертов. Никита Ермаков, «День с толком из дома».